Здравствуйте! Сегодня с вами Ищенко Валерия Ивановна. Я вам сегодня расскажу два стиха. Первый называется «Андрюшка и тополёк». Тополь, тополь, тополёк, кто тебе расти помог? Тополёк сказал в ответ: «У меня секретов нет. Вырос я быстрее Андрюшка в огороде у плетня, потому что за макушка тянет солнышко меня». Стих о мороженом. Морозово-морозово, смакуемо ему. Морозово-морозово, пломбир и эскимо. Морозово-морозово, до дому на само. И котику, и песику, морозово дому. Как я ветер нарисую, эту тучу грозовую черной краской нарисую. Солнце желтое, синий красный, речку синий, это ясно. Но краску взять какую, если ветер я рисую, нарисую так. Вдоль улиц все деревья тут кризнулись. Листья кружатся над папой, папа гонится за шляпой. И поймут сейчас же дети, на дворе сегодня ветер. До свидания на нашем канале.